конкретно. Итак, проект называется Crypto Club. По названию понятно, что данный проект будет у нас связан с криптовалютой, с майнингом и заработки на этом майнинге. Проект абсолютно новенький. Нам его буквально подкинули в субботу. Кто-то из подписчиков... Я зашел, посмотрел так, прикинул, что к чему. Сразу понравился скрипт. Он здесь лицензионный. Большое количество платежек, с которыми работает данный проект. Смотрите, здесь и American Express, Diners Club какой-то, Discover, Stripe, PayPal, Visa, Сбербанк присутствует, Wallet, WebMoney, Яндекс, Kiwi, Bitcoin, MasterCard. То есть выбор платежек вообще зашкаливает. Плюс это забугорный проект от американских админов, так как, ну вот я реально могу сказать, как я уже говорил, PayPal с хайпами, с какими-то подозрительными проектами, он просто не работает. То же самое Сбербанк, MasterCard, а вот эти кошельки и подавно. Поэтому, возможно, здесь что-то будет стоящее, что-то интересное. Но основное, почему я решил выложить его на нашем канале, я знаю, что у нас есть многие, кто хочет стартануть, как-то начать без вложений. Так вот, ребят, после регистрации здесь идет акция. Я не знаю, насколько она рассчитана, но пока она есть. После регистрации вам на счет зачисляется 10 бонусных долларов, с которых вы можете стартануть, взять в аренду мощности и на этих мощностях зарабатывать. Сейчас я вам покажу, что да как. Давайте еще посмотрим, что есть у нас на главной страничке. Здесь, ну, понятно, что такое криптовалюта, как начать. Вот смотрите, почему вы даете 10 долларов. Ну, тут на английском я просто вам переведу вкратце. Чтобы завоевать популярность клиентов, мы готовы дать им начало, то есть показать, что мы настроены серьезно, заинтересовать их, привлечь внимание. И это здорово. Смотрите, на данный момент счастливых клиентов уже зарегистрировано больше 17 тысяч. Выплат вроде как сделано больше 4 тысяч. 16 долларов текущий инвест кто-то сделал. Сделок на 68, больше 68 тысяч. Возможно, данный проект идет партизаном, потому что, ну, реально, в рекламе он появился вот буквально в субботу. Скорее всего, он стартанул гораздо раньше, набирал обороты, как это обычно делается, потому что, смотрите, раньше вход стоил, начинался от 100 долларов, хешрейт 1 гигагерц, за США 256, майнер, короче говоря. А сейчас вход абсолютно свободный, бесплатный, и вы можете иметь только один аккаунт. Мультиаккаунты здесь блокируются без возврата, поэтому имейте это в виду. После простой регистрации давайте мы заходим в наш личный кабинет. Sign in, войти. Вот это ваш личный кабинет. Как я и говорю, мы в субботу сюда зашли, получили здесь у вас сразу на балансе после регистрации будет 10 долларов, на которые вы приобретаете, арендуете ваши мощности. Чтобы это сделать, вы здесь заходите в раздел Service Rent, вот сюда, кликнули. Вот и смотрите, здесь как бы маркетинговые планы, количество мощностей, какие мы вообще можем приобрести в данном проекте и какую прибыль мы будем здесь получать. Смотрите, предложений реально много. Нас интересует пока первый, самый план. Это вот, который стоит покупка 10 долларов. То есть вот эти 10 бонусные доллары, которые у вас будут, вы на них покупаете вот эту мощность, которая будет вам приносить профит каждые сутки по 30
центов. Я хочу сказать, что довольно неплохо для старта, для такого бонуса. Как приобрести? Все элементарно. Вы кликаете сюда «Rent», «Арендовать». Здесь показана цена, и вы просто щелкаете «Подтвердить». Все, и на 24 часа у вас запустился процесс. Как только процесс завершается, проходит 24 часа, вам на баланс возвращаются ваши бонусные $10 плюс 30 центов. Вот у нас уже сутки прошли, на счету было $10.30, и я вот сейчас повторно купил снова на $10, завтра еще плюс 30 центов сюда капнет. Смотрите, current rent, это текущие ваши заявки, покупки, вот, в депозите $10, профит 30 центов. И вот таймер потихонечку стал обратный отчет вести. Вообще здорово. Давайте вернемся и посмотрим чуть более детально на еще предложения, какие здесь есть. Вот смотрите, здесь есть следующее. За $20, если вы покупаете, то каждые сутки вам профит уже будет по 60 центов идти. За $40, если вы приобретаете ежедневный профит, как я понял, все эти на 24 часа. То есть отработало, вы повторно ставите на реинвест. Покупаете, запускаете в работу. Отработало, покупаете, запускаете в работу. Здесь за $40, если мы приобретаем в день уже по одному баксу, нам будет кап. За $80 2,4, 164,8, ну и по нарастающей. Самая вкуснятина, конечно, 2560 баксов и ежедневно, прикиньте, будете по $77 получать. Но это уже опасно, это уже будем смотреть туда дальше. Если проект себя зарекомендует. Что по выплатам? Значит, по выплатам здесь можно ставить, заказывать выплату только один раз в месяц. Да, друзья, вот этот момент учтите. Возможно, это сделано специально, и такой маркетинговый ход позволит проектам, потому что практика уже показала, были наподобие проекты с такими выплатами, с таким промежутком по времени. И они работали и полтора, и два года было такое дело. Просто не будет идти нагрузка на кассу, на выплаты, будет запас по времени для привлечения новых инвесторов, новых клиентов сюда. И чем черт не шутит, возможно, он и выстрелит. Пока, по крайней мере, все предпосылки есть к этому. Я, в свою очередь, пока буду работать на бонусные 10 баксов, и тем, у кого нету свободных денег, тоже предлагаю вот так вот ежедневно делать реинвесты, скапливать какую-то сумму денег, потом можете раз в месяц поставить на выплату и дальше продолжать работать. Допустим, отбили за месяц свои 10 баксов, вот эти, их поставили на выплату, купили по новой. Или же накапало вам больше, приобрели вот этот, скажем, тарифный план, остаток поставили на вывод и работаете дальше. Тем самым будет идти диверсификация рисков. Это очень здорово. Плюс к этому, что хорошо, за каждого привлеченного вами человека вашу структуру, компания вам платит по $3. Ребят, только вдумайтесь, $3 за каждого приглашенного, который так же, как и вы, может начать с бонусных $10. Вообще шикардос. То есть тут за недельку посидеть, можно спокойно набрать сумму и купить сразу еще пакет за $20. А там, того и гляди, за этот месяц можно такую команду собрать, если он реально будет платить, ему цены не будет. Поэтому, ребят, думайте, решайте сами. Отказываться от такого предложения только дурак будет. Вот, смотрите, значит, здесь у нас будет реферальная ссылка ваша для приглашения. Это на главную страничку, это на страничку регистрации. Без разницы, можно любую распространять. Competitions, соревнования тут еще, значит, есть какие-то, да?
Ага, ну на данный момент пока закрыто. Плюс здесь еще что хорошо, ребят, смотрите, здесь есть раздел бонусы. То есть за выполнение каких-то ежедневных заданий вы будете еще получать сверху денежку. Ну посмотрите, здесь установить приложение на мобильный, на планшет, бонусом 2 доллара вы за выполнение данного задания получаете, выполнить в течение 24 часов. И что здесь? Installs and opens. А, ну короче, открыть, проинсталлировать и запустить приложение. Пожалуйста, взяли в работу, выполнили, отослали на проверку, все, 2 доллара заработали. Вот еще 1 доллар. То есть, смотрите, здесь вот на данный момент реально можно заработать 2, 3, 4, 19... 29, 31, 39 баксов, ребят, есть вот сейчас живых денег. Вот вам дополнительная плюшка для принятия участия в данном проекте. Давайте зайдем, посмотрим на мониторинге, на OpenHypeMoon. Вот смотрите, я уже набрал. Взят данный проект всего один день тому назад. То есть статистики здесь пока еще никакой вообще нету. Вот один форум тоже заинтересовался, привлек внимание. Но меня больше интересует Alexa. Трафик, какой здесь нам покажет данный ресурс. И вот смотрите, в принципе, уже какая-то информация более или менее стала здесь появляться. Смотрите, страны, которые на данный момент зашли в данный проект. Тут и Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. И я так чувствую, будет еще добавляться. Среднее время, которое люди проводят на данном сайте, 7 минут 4 секунды. Это очень хороший показатель. Поэтому, повторюсь, есть все предпосылки для хорошего старта и плавного развития продвижения. Туда дальше посмотрим, как будет свободная денежка. Просто сейчас лично у нас все деньги распределены. А я повторюсь, что я привык заходить только свободная денежка, когда она у меня есть. Если же вам позволяют ваши финансы, есть свободные деньги, то почему бы не рискнуть и не взять за 20 баксов вот тот пакет. И ежедневно будете получать по 60 центов плюс вот к этим бонусам. Вообще нормально, я так считаю. Здесь, значит, что еще у нас по меню есть? Это ваши операции, которые будут сделаны. Вот, рент, аренда сервера. Payout выплачен, это что у нас было. Ну а на этом я пока завершаю данный видеообзор. Всем хороших заработков и удачного дня.